Дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и знаешь, чем пахнет? Это пахнет соус карри от Big Baby Tape. Ты знаешь, на самом деле, мы с тобой давно не смотрели его, но я его запомнила как такой прикольный чувак, который читает такой интересный рэпчик и играет с Карим. Это прекрасно. Ну а сегодня он нам откроется с новой, так сказать, стороны, карри. Я тебе расскажу страшную тайну этого трека, наверное, который ты сам уже без меня знаешь, но вдруг на всякий случай повторюсь. Значит, жил такой Big Baby Tape, ходил, значит, в Макдональдс, такой, блин, прикольно в Макдональдсе быть, особенно мне нравится карри соус, его обожаю, я просто ем его с картошечкой, с наггетсами, с креветочками, ну просто отвал башки. И тут, значит, приходит он в Макдональдс и понимает, что нету карри. Он говорит: здравствуйте, а где же карри? А нету карри, его навсегда убрали. В итоге Big Baby Tape типа: да как это так, да как это возможно? Он не стал оставлять это так, как есть, взял, значит, плакат, написал в нем карри, провел такую большую кампанию по возвращению карри, но карри, по-моему, еще не вернулась, но все равно он очень любит карри, даже написал ему песню, которую мы сегодня с тобой послушаем, только одну, да, потому что если без после фараона Флора, да, ты можешь догадаться, решила послушать еще и Big Baby Tape, так что посмотрим, изучим, проверим. Ода соусу карри. I'm a hustler. Drop me tricky, больше чем у Кали масла. Я не бодибилдер, но мои карманы мускулы. Если я лампами, вы ночники, вы тусклые. Гарри, гарри, ясно, касса, чтоб не погас, бля. Гарри, гарри, кастрюля, да мы курим газ, бля. Он послушал тейпы, и он превратился в гангста. Я хожу по лину, эти тати моя паства. Мама говорила с нами, пока это опасно. Индия, кино, тряси жопы тут на раз-два. Да мы курим, ты не куришь, будто раста. Сам лишь ты рай, два ствола, и это даст два. Прикольно, да, я говорю, мне запомнился как раз такой веселенький. Почему, знаешь, она запоминается хорошо, эта песня, за счет этого сэмпла. Ба, какая бомба. Говорю, есть, знаешь, такие... Я у него еще ни разу не слышала мрачноту, на самом деле. Но это не делает его ни капли хуже. Мог не влюбиться. Шаба рэнк шит, что мы курим, это шаба. Флексит и финесит, сука, это моя база. Бег бьет печень, глаза палятся от газа. Дизайнеры, наркотики, вес это масса. Делай деньги быстро, чтобы быстрее крутиться. Кирпичи на трапе, рубят каратисты. Суки на колесах, велосипедисты. Сделал это грозно, но при этом так чисто. Эй, это чикен карри масала. Деньги мои мускулы, да мама ама хасала. Чикен карри масала. Вообще, это идеальный ритм. Рэп играв платит так, как будто мне обязана. Эй, это чикен карри масала. Деньги мои мускулы, да мама ама хасала. Чикен карри масала, чикен карри масала. Рэп играв платит так, как будто мне обязана. Эй, пи из Швейцарии, тачка из Италии. Сука из Японии, приехала с Бали. Был бедным долго, они на меня спали. Тейп в этой суке, чикен кацу карри. Эй, это лучший этот бриджик, который я слышала просто в восточных песнях. Я бы еще знала перевод, мы сейчас посмотрим с тобой, все посмотрим. Все посмотрим, сейчас все изучим. Блин, это веселуха. Веселуха, блин, идеальная ритма, да? Эй, это чикен карри масла, деньги мои мускулы, да, мама, ама, хасла. Да, вообще, ну, лучше прочитал, чем я, ну, это понятно, да? Хасл, это, я даже, знаешь, я даже помню песню Бейонсе. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler, перевожу. Она пела про диву, да, дива, и она поет
Дива — это женская версия Хаслы. Хасла, значит, это мужская версия Дивы. Короче, ты понял. Хасла — крутой мужик, крутой чувачок. Чикен карри масла, ама-ама Хасла, да? Ключевой... Да, они продали соус карри. Ключевой целью записи этого трека стало привлечение внимания корпорации Макдональдс к прекращению производства и поставок соусов карри в российские рестораны, да. И это, знаешь, как вдохновение. Вот, верните карри. Они нашли пикни. Ну, разойтись на мемы. Да, это очень как бы сейчас смешно. Я не помню, в каком именно году это было, да? Посмотрим, может он... Ага, 6 декабря 2020. Ты представляешь? Недавно? Да ладно, серьезно? Фига, ты представляешь, это еще и недавно было. Нет, давно? Когда это было? В прошлом году. Блин, знаешь, я просто в другом времени живу, я уже потерялась, все. Спокойно, я уже слышу, как ты как кричишь просто там. Спокойно. Собрала петицию, много подписей, но знаешь, и песня намного лучше. Ой, давай дальше, давай посмотрим, что ты. Мне вот этот тут мужчина интересный напел, да? Данный вокал взят из песни «Мундиан Тубакке» в исполнении «Панджаб Месси». Слово сэмпл обоих треков крайне похоже. А ты думаешь, что-то, знаешь, вот знакомый какой-то. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Очень прям похоже. Где-то я вот уже такое слышала. И напев, блин, как будто бы в самом деле, да. Ну, ты поешь яйца, у тебя есть киска. Это, знаешь, вот есть такая песня у Рамштайна. You've got a pussy, I have a dick. So what's the problem? Let's do it quick. Ты посмотри, если ты не знаешь, вот если pussy, вот прям очень похоже, да. И там еще и клип-то какой. Если нет 18, не смотри. Тейп у меня ассоциируется вот как раз вот такой вот, знаешь, как вот на обложке. Улыбчивый, веселый такой, яркий какой-то, вот прям вообще такой вот, не то что эпатажный, вот именно такой. Веселый, funny one. Потому что мы все-таки, если ты знаешь у него какие-то мрачные песни, ты мне напиши, поделись, да. Но все-таки, мне кажется, вот он такой, вот у него такой стиль и все, и вот хоть что-то сделать. Но, опять же, я послушала не так много треков, поэтому точно на мое это мнение не ориентируйся, да? Потому что все-таки нужно изучать исполнительно побольше, прежде чем говорить такое, да? Окей, очень интересно, будем смотреть еще. Если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом треке, об этой всей акции, выпустили ты карри, как любит его Дик Бэйби Тейп. И до новых встреч, пока-пока!